Добрый день. Сегодня хочу вам так немножко показать свою походную кружку. Но это не совсем походная, это кружка для поездок. Где-то есть от нее еще крышка. Ну, крышку я с собой, по-моему, и не беру даже уже. Только мешается. Пользы нет. Вот, был здесь какой-то рисунок дурацкий. Я решил его, так сказать, разнообразить, сделать оригинальнее. Вот такую вот сделал кружечку. Еще раз, несколько раз провинчу. То есть, чем мне вот эти прикольные кружки, что они вот сюда можно вытащить, сделать, можно какую-то аппликацию, можно сделать в компьютере, напечатать что-то там персональную. Вот. Потом я где-то бывал, что у людей тоже такие же кружки, но свою я всегда узнаю, вижу. Ну, иногда меня она веселит, там, что когда здесь налит чай, здесь написано там оригинал, отбеливание, 1,4 раза, эксклюзивная модель для России, высший сорт, потом что, в 1,4 раза, я так и не понял. Я вот, ну, я знаю, с чего я ее вырезал, но я там не понял, к чему это. Это мой спутник, и такая кружка. Бизнес-клуб, да. Сила природы. Таинственная. Экстра хэви дьюти. Гранулированный. Травяной, новый. Зубы белее за 14 дней, семейный. Демоны ваших желаний. Power Cells. Что-то там. Ну, короче, ну, Россия, опять же, куда от нее? В России живем. Вот такая вот кружечка. Зато, как говорится, я, как сказать, ну вот главное, что я всегда теперь отличаю от чужих, что бывает, ну, ну и как-то так оригинально, ну, легкий выпендреж. Спасибо за внимание, всего доброго.